Урматту Шафкат Миромонович, урматту өзбек делегациясынын мүчөлөрү, кереметтүү Ташкент шаарына мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырып, бийик меймандостукту көрсөткөн урматту Шафкат Миромонович, сизге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Уважаемый Шафкат Миромонович, уважаемые друзья, коллеги, прежде всего, уважаемый Шафкат Миромонович, выражаю вам глубокую признательность за приглашение посетить Братскую Республику Узбекистан с государственным визитом и высокое гостеприимство в прекрасном городе Ташкенте. Наши только что проведенные переговоры были весьма плодотворными. Мы обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества, ход реализации достигнутых к настоящему времени договоренностей, совместно наметили новые планы на будущее. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан – наш надежный сосед и стратегический партнер. Кыргызстан готов и дальше укреплять тесную дружбу и добрососедские отношения вместе с Узбекистаном. Уважаемый Шафкат Миромонович, выражаю вам благодарность за гуманитарную помощь, направленную кыргызстанцам, пострадавшим от наводнения в Нокатском районе Ошской области. Верю, что итоги наших сегодняшних переговоров придадут новый импульс поступательному развитию наших межгосударственных отношений. Уважаемый Шафкат Миромонович, сегодня Кыргызская Республика и Республика Узбекистан являются близкими по духу соседями, верными друзьями и стратегическими партнерами. За короткий период нам удалось сделать большой прорыв и вывести двусторонние отношения на совершенно новый уровень. Решены вопросы государственных границ, активно продвигаются совместные проекты в экономике, энергетике, транспорте, гуманитарной и других областях, набирает обороты межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Укрепление многопланового сотрудничества с Узбекистаном является несомненным приоритетом внешней политики Кыргызстана. В ходе переговоров в узком формате мы продемонстрировали полное взаимопонимание по всем вопросам, как это подобает поистине братским государствам, и взяли курс на дальнейшее углубление двусторонних отношений. Об этом наглядно свидетельствуют подписываемые нами соглашения, заявления, совместное заявление об углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства. Мы поставили нашим правительствам цель двукратно увеличить объемы взаимной торговли в ближайшие годы и условились вести соответствующую работу для достижения этой цели. Нашими правительствами продолжается активная работа по реализации достигнутых между нами договоренностей. Последовательно реализуются крупные совместные инвестиционные, транспортные и энергетические проекты. Межправительственные связи между двумя государствами под личной координацией уважаемых глав правительств Акылбека Усенбековича и Абдулла Нигматовича всегда выделялись своей активностью и взаимопониманием. Совет сотрудничества приграничных регионов двух стран призван способствовать дальнейшей активизации сотрудничества между нашими регионами. Мы заинтересованы в скорейшем завершении процесса демаркации границы с Узбекистаном и выведение наших отношений на уровень союзничества. В ходе вашего государственного визита в Кыргызстан в январе прошлого года договорились об учреждении Высшего межгосударственного совета. Убежден, что создание данного совета в ближайшее время закрепит устойчивый и динамичный характер политического диалога между нашими странами. В данном контексте с удовлетворением отмечаю активизацию межпарламентского сотрудничества. В июне прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем и Олий Мажлисом.